Девушки, 4 цели, 4 привычки. Сформируйте новые привычки согласно поставленным целям. Помните, рассказывал метод Исхака Пентасевича? Минимум 100% максимум. Пожалуйста, сформируйте новые привычки согласно поставленным целям. 4 привычки. Вот, запишите мои новые привычки в этом году. 2 минутки, девушки. И мы записываем то, что вы будете делать ежедневно. Привычки – это то, что нужно делать ежедневно. Люди, которые планируют свою жизнь, они планируют, где они бензин зальют, когда они то сделают, когда они вот это сделают. Они планируют, у них полные шкафы обуви, и им есть что сменить, как наперед думать. Вот мы здесь что делаем? Мы учимся составлять стратегию своей жизни, двигаться вперед. Понимаете? Если вы не измените свои привычки, то к результату в жизни вы не придете. Вы будете всю жизнь догонять это. Некоторые будут догонять, выплачивать кредиты, а некоторые решают всю жизнь вот эти текущие дела.